идет еще один небольшой налимчик. Короче, поехали мы на озеро, на реку. Здесь вот протока. Решили по-быстрому поставить жерлицы, а потом уже заниматься всем остальным. Жерлиц у нас покупной. Не патентовал ты еще? Вот такая вещь. На флажок он ставит колокольчик. Когда мы будем сидеть в палатке. Замерз. Страшно рядом находиться. А там протока. Промеряем глубину. Потом будем ставить живца. Делаем 1, 2, 3, 4, 5 оборотов, фиксируем, убираем в сторону. А что тут так мелко? А? Ну здесь заход, походу. Что-то одного выставить. Одеваю через жабры. Вот такая конструкция. Все как сухим снегом присыпаю, чтобы меньше лука подлезала, ветром, чтобы не сдвигало. Ну что, жерлицы вы выставили? Донат, ты сколько жерлиц поставил? 5. Что, донат поставил. Я 4 поставил. Вход мы весь перекрыли. Но сегодня задача у нас налим. Там и тыш плещется. Еще долго не замерзнет. Теперь задача найти место хорошее с рыбой, поставить палатку, попить чаю, да? Потом готовиться к вечернему живому налиму, наловить живца. Ну что у нас получается? Сели мы удачно на место. Ёж клюет исправно. Вот там в канне можно посмотреть. Вот они, сопляки. Белую рыбу мы с жерлиц поснимали, которую мы с собой утром привозили покупную. Ловим теперь ерша. Вот они. Ершики. Жерлицы все переставили на ерша. Будем ждать выхода налима. Сейчас поковываем. Донат пошел искать окуня. Я ловлю ерша. Потом будем контачить. Небольшое течение присутствует под водой в протоке. Но не сильно. Мормышка чуть стягивает и все. По дну отстукивает. Стоит без мотылка, но я подсаживаю сюда малинку. Мотыля. Второй удильник стоит на опарыша, на стоячку. Поначалу поклевывал, сейчас перестал.
На стоячку перестал клевать еж. Наверное, объела. Сейчас посмотрим. Ну да, мотыля объела. Вот такая безмотылка. Подсадил одну малинку. Будем пробовать. Опа. Вот что-то идет. Что-то идет. Вот такие сопляки. Хорошие сопляки. Любимцы налима. На улице минус 4 было погода. В палатке вообще жара. Вот еще один я успел опустить. Сразу бахнул. Хороший экземпляр. Пойдет на нарезку, на контачку. Опа! Птичка там чехол от палатки. Слышу, клюет. Такая вот рыбка. Что там, братан? Ну, ёж и клюет исправно. Исправно? Окунь, видишь, какого нашел? Что это? Сопляк? Да. Походу везде он, да? Да, что-то окунь вообще не поклюл. 6 минут прошел. У меня одной. Может, начинать контачить? Еще, наверное, рано. После 3, наверное, начнем. Ну, что получилось-то у нас? Сидим, контачим. Тут пробовал на вот такой вот конус. С 4 сторон крючки. Ну, он тяжеловатый. Вот этот вот поменьше, на него я пытался вот нарезал ершей. Вот так сверху он цепляется сюда. Ну, тяжеловатый, устала рука. Стучать его пока снял. Есть еще такой конус горизонтальный. Тоже он большеватый получился, надо его уменьшить, поуже сделать, а то он тяжеловатый тоже получается. Стучал донаты им, но устал. В итоге поставили вот такие покупные джиги 90-граммовые. Насадил сюда половину ерша, хвост от ерша. Но он полегче, стоит почти горизонтально. Ну, пока стучу, пока ничего нет. Не знаю, где-то. Живлицы тоже молчат. Ни одной сработки не было. Так это происходит по дну. По наливу тишина. Может, еще рановато. Время часа 4. 5 час. Может, рановато, ближе к закату будет. Будем ждать выхода на лима. Так, сработала вторая.
Шевелится. Ну давай, братан. Натяжка у нас. Есть? Да. Пойдет. Еще один небольшой налимчик. Слетел, да? Ага. Не успел еще заглотнуть. Его подцепил. Перенистый. Вот такой. Небольшой. Второй налимчик. С одной той же лунки. С одной той же лунки. Здесь ход, походу, его. Надо здесь контачить. Угу. Сейчас покажу первого налима. Темно, правда. Время 8-8 час. Вот первый налим. Как-то так сидим. На контачку пока тишина.